Всем привет, дорогие друзья! В этом видео я разыграю следующих два подарка с видео «10 крутых инструментов с AliExpress» и второе видео «Крутые товары для выживания». Смотрим первое видео, это будут крутые инструменты. Нужно было написать в комментариях, инструментами каких фирм вы предпочитаете работать. Приз – размагничиватель, намагничиватель. Ищем счастливчика и победителя. Александр П. Makita Bosch. Комментарий подходит. Смотрим подписочку и лайк. Так, подписочки. Ищем нашу подписочку. Александр П., если я не ошибаюсь, уже у нас выигрывал. Подписочка есть. Смотрим лайк. Ищем наш лайк. Пока что нету. На другие видео есть, а на нужные нам пока что я не нашел. Но я надеюсь, что оно есть. Будем искать. Есть инструменты. Лайк есть. Александр П., я вас поздравляю. Напишите, пожалуйста, свой ВК под этим видео, и я с вами свяжусь. Или же свяжитесь вы со мной. И второе видео у нас. 10 крутых и незаменимых товаров для выживания. Нужно было написать в комментариях, на какую охоту вы любите ходить. Приз Огниева с магниевым брусом. Ищем нашего победителя и счастливчика. Сергей Булатов. Люблю на рыбалку ходить. Комментарий подходит. Проверяем подписочку и лайк. Подписочку я вижу, а вот лайк я, наверное, не смогу проверить, так как плейлисты закрыты. Сергей Булатов, извините, пожалуйста, но я не смогу у вас проверить лайк. Открывайте и на следующий раз, в следующих конкурсах, я думаю, вы сможете выиграть, и я смогу у вас все проверить. И вы получите свой приз. А мы идем дальше. Алекс Ким. Лайк поставил. Пойду за грибами. Ну, наверное, Алекс любит собирать грибы. Комментарий подходит. Смотрим понравившееся видео, то есть лайк и подписочку. Подписочку я вижу, есть. Смотрим лайк. Лайк есть, вижу. Алекс Ким, я вас поздравляю с выигрышем. Напоминаю, выигрыш у нас был приз Огнева с магниевым брусом. Алекс Ким, пожалуйста, напишите свои данные ВК под этим видео, или же свяжитесь со мной и сможете получить свой выигрыш. Всем спасибо, кто смотрел это видео. Сегодня вечером я также выпущу еще один розыгрыш на 3 победителя. Видео «Крутые товары с AliExpress за $1». Всем пока!